Друзья, сезон зимней рыбалки продолжается, и мы уже вовсю готовимся к следующему старту. В субботу, 4 марта, на акватории Бабинского затона реки Оки состоится турнир по ловле на мормышку со льда «Ледовых дел мастер». Приветствую, друзья! Приглашаю всех принять участие. Будет очень интересно. Приезжайте к нам, это будет очень классная битва. Поборемся. Я туда еду и советую вам к нам присоединиться. Буду там непременно. И всех вас приглашаю. До скорой встречи. Ждем вас. В свою очередь, мы постараемся обеспечить максимум положительных эмоций и впечатлений. Мы будем очень рады видеть всех желающих. Подробности о соревнованиях тут.